А ты... Какого хрена встал в позу, сучонок? Эй, сержант, поговорите со своими парнями. Тебе он нужен не меньше моего. Может, даже больше. Ты содержишь семью. Не хочешь им помочь? А что с Джакоби? Тихо. Надо уйти, пока они не пришли. Пока кто не пришел? Этому не бывать. Нет. Нет. Он не готов. Да пошли вы все. Ничего, ничего. Это тупо. Тихо. Отвали. Тихо. И что сделаешь? Тихо, тихо, назад. Назад. Спокойно. Назад. Слушай, слушай. Это случится. Это случится. Отвали. Ясно? Черт. Ничего. Ничего. В любом случае, выйдешь отсюда, и твоя жизнь изменится навсегда. Слушай, мы забираем жезл, и орк умирает, а тебе надо принять решение. Либо твоя малышка растет без папы, и Джакоби умирает, или только Джакоби умирает. Пора сделать выбор. Ты или он, Уорд? Ты или он? В завтрашних новостях скажут, что умер один коп или два? Да, вот оно. Он начал понимать. Все выигрыши. Департамент избавится от Джакоби. Он умрет героем. Народ счастлив. Этот отчет идеален. Идеальный штурм, бро. Идеальный.